Так, по-моему, я разобрался. Так, смотри, вы видите экран. Вы все видите, да? И только попробуйте не видеть. Ну, вы видите, твою мать, все. Сейчас буду геймплей тогда снимать. Ну, вы обязаны видеть. Я на 100% уверен. Нет, на 50. Вы... Да... А, ну, кстати, ну это я проверю. Ладно, пофиг, так. Давай, наверное... Так. Сейчас. Так, давайте одиночная игра. Совместная? Стоп, чего? Так, подожди. Давай грузись. Я, если что, еще ни разу не запускал. Нет, я помню, на чем закончилось просто портал. Типа там, мы вроде были на улице, все в руинах, а там какая-то рука, по-моему, была. Так. Доброе утро. Вы находились в консервации 50. Похер. Так. Это заснялось? Это заснялось, да? Все нормально. Съемка идет. Думаю, да. Все испытуемые в центре продолжительной консервации должны регулярно пробуждаться и выполнять упражнения для поддержания физического и умственного здоровья. А я сбежал, в смысле? Это нормально, что я сбежал, а меня решили пробуждать? Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, посмотрите на потолок. Хорошо. Вы услышите сигнал. Когда вы услышите сигнал, посмотрите вниз на пол. Хорошо, на этом заканчивается гимнастическая часть упражнений для спасибо. Поддержания физического и умственного здоровья. Умственная! На стене рядом висит картина. Пожалуйста, встаньте перед ней. Это предмет искусства. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, внимательно посмотрите на картину. Я смотрю. Теперь вы ощущаете духовное обновление. Если созерцание картины не принесло должного интеллектуального удовлетворения, прослушайте отрывок музыкального произведения. Чё за херь, я же бежал. Хорошо. Я прыгать могу! Пожалуйста, вернитесь в постель. Спать! Подожди, все, это заснялось. Последняя проверка. Это было заснято, все нормально. Да, все снимает. Я уверен, на 90... Все, снимает, по-любому. Я, типа, очень уверен. Как обычно, со мной Липтон. Так. Доброе утро. Вы находились в консервации 9999. Это сообщение зачитывается с целью уведомить вас. Эй, есть кто-нибудь? Чего? Это точно Portal 2? Я просто... Я ни хера не знаю про эту игру вообще, кстати. В этом-то и прикол. Чё, глава 2? Чего за нафиг? Так. Все, хватит прерывать игру. Если испытуемый немедленно не выйдет из состояния. Ты откроешь дверь в ближайшее время. Воспользовался своим нет. Правом находиться в состоянии эй, там, глубокого ты можешь? Расслабления нет. В ходе разрушения комплекса. Ты откроешь дверь? Если у вас есть тут срочное дело. Политики центра развития. О чем он говорит? Просто открой дверь. Испанский язык. Это, пожалуйста, возьмите без. А юмать, что происходит? Открой, пожалуйста, дверь. Не открою тебе дверь. Может, по-испански? Не открою. Холла, амиго, абре ла пуэрта. Ты злой. Не, если открою, он меня убьет. Типа, он злой, я уверен. Прекрасно. Действительно, все в полном порядке. Тут еще типа 10 тысяч испытуемых, которые умоляют меня их спасти. И в ближайшее время этот комплекс не взорвется. Ладно, ладно, уговорил. Ха, я... А! О, мой бог. Твою ты мать. Выглядишь уже... хорошо, хорошо выглядишь. Ты в порядке? У тебя все... Не отвечай. Я уверен, что ты в норме. У тебя куча времени, чтобы восстановиться. Не спеши. Пожалуйста, приготовь. Я точно ничего не пропустил? Смотри, Portal 2, да, там было прикольно-прикольно. Потом меня хотели утилизировать, кремировать. Да, я что-то сбежал. Побегал. В итоге убил какого-то чела, робота. И в итоге... Газовая комната, конечно же. В итоге я оказался... Типа там наверху тортик. А потом меня, по-моему, обратно вниз затащили. Что-то друг... Готовьтесь к экстренной эвакуации. Спокойно, спокойно, он сказал, приготовьтесь. Просто приготовьтесь, все в порядке, хорошо? Не двигайся, я вытащу нас отсюда. О, может, ты захочешь за что-то держаться? Очень советую на твое усмотрение. Я теперь никому не буду верить.
Где мать? Ну ладно, похер. Ты в порядке? Ты да! Ты слышишь? Да! Эй! Супергерой или что? Большинство испытуемых через несколько месяцев консервации демонстрируют признаки помрачения рассудка. Ты находишься тут... Это в Роблоксе? И нельзя исключать, что у тебя может быть незначительное, серьезное повреждение мозга. Не стоит тревожиться. Хотя, если возникнет чувство тревоги, не нужно с ним бороться. Это нормальная реакция на сообщение, что у тебя поврежден мозг. Ладно, я понял. Ты понимаешь, что я говорю? Понимаешь смысл? Ответь. Просто скажи «да». Да, да. Да, я все понимаю. Неясно зачем. Неважно. Скажи «яблоко». Яблоко. Сказать «яблоко». Ну ладно, яблоко. Знаешь что, уже достаточно близко. Просто держись рядом. Что происходит? Средства обеспечения безопасности реактора отключены. Я не понимаю, что происходит. Я что-то пропустил? Ладно, это нормально, что я ничего не понимаю? Не хотел говорить тебе, но придется. У нас тут серьезные неприятности. Да ты что? Как ты там? Держишься? Резервное питание кончилось, и, конечно же, центр консервации больше не будет этих чертовых испытуемых. Ай, твою мать, твою мать! Подожди, это немного сложно. Упаду, ай! Мне никто ничего не сказал. Че все нахер обвалилось? Ну воу. Зачем информировать меня о жизненно важных функциях 10 000 чертовых испытуемых, за которых я отвечаю? О, уже близко! Воу. Тебе видно? Я пролезу? Места хватит? А, ведь надо как-то пройти. Так, надо сосредоточиться. И чья это будет вина, когда руководство спустится сюда и найдет 10 000 чертовых овощей? Что происходит? Видишь, я ударился. Ты мне комнату разгромил, херам ударился. Так, слушай, нам надо договориться, понимаешь, чтобы ответы были одинаковые. А если кратик, кто-нибудь спросит... Не-не-не, никто не спросит, ты не волнуйся, но если кто-нибудь спросит, скажи, что последний раз, когда ты проверяла, все были более-менее живы. Хорошо, не мертвы. Конечно. Мы почти на месте. Я за стеной находятся старые испытательные камеры. И там есть всякое оборудование, которое нам пригодится, если мы хотим отсюда выбраться. Думаю, там док-станция. Готова? Готова, конечно. На, нахер. Ну, это специально сделал. Хорошие новости. Это не док-станция. Что, стену будешь пирать? Так меньше. Я постараюсь взять управление на себя. Возможно, это слишком технически звучит. Понимаете? Соберись духом. Мы почти на месте. Помни, что тебе нужна такая пушка, которая делает отверстия. Не пулевые отверстия, а... Ну, ты разберешься. Ну, я понял. Соберись с духом. Ну, нахер. Ой. Так, все, мы выйти. Давай, давай. Вот мы и на месте. Буду с тобой честен. Ты не в лучшей форме, чтобы управляться с необходимым устройством. Нормально у меня форма. По крайней мере, ты хорошо прыгаешь. Этого не отнять. Поэтому да, прыгай. Буду ждать тебя впереди. О, игра. Да. Как так? Пробуди. Пора идти. Да, пошли. Так, стекло разбить. Удачи! Мы рады снова приветствовать вас в центре развития. В настоящее время мы испытываем трудности в связи с обстоятельствами апокалиптического характера вне нашего контроля. Однако тесты будут продолжаться. Вы будете получать инструкции и моральную поддержку посредством заранее записанных сообщений, чтобы наука продолжала двигаться вперед, даже в случае природных, социальных или экономических катастроф. А как включить, я не помню. Испытания в критической ситуации начнутся после открытия портала. Открытие портала 3, 2, 1. Флешбеки. Хоть я и недавно в портал играл, да. Чё, мне опять? Испытание с кубами и кнопками представляет огромную важность для науки даже в условиях чрезвычайной ситуации. Если именно эксперименты с кубами и кнопками привели к чрезвычайной ситуации, не волнуйтесь. Вероятность, что это повторится, ничтожна. Обратите внимание на поле раскаленных частиц на выходе. Поле антиэкспроприации при контакте испепеляет любое неразрешенное оборудование. Я знаю, да, прикольно. А это такой лифт новый? Прикольно. Интересно. Ну вот он, Portal 2.
В принципе, сейчас вот это все напоминает портал один, только заброшенный. Но... Если вы чувствуете, что по вашей шее течет жидкость, немедленно лягте на спину, расслабьтесь и помассируйте виски. Это редкая реакция на поле антиэкспроприации, когда разрываются проходы в ушных раковинах в вашей голове. Пипец. Ну че это? Ну ладно. Ну, все те же уровни, только старые, ну вроде тебя. Гля, вот это вот прикольно сделано. Активация. Портал открылся. Поднимаем. Блин, сюда. И ставим. Так. Подожди, а как туда пройти? Где? На какую кнопку нажать-то? А. Да, вот так вот. Я так и понял. Ты уже забыл немного, как играть. Так, давай. Вот как-то разбить там, не знаю, сейчас. Ну ладно. Прикольно, вот этой темы не было, кстати. В связи с техническими проблемами, в настоящий момент мы не можем контролировать условия проведения испытания. Прежде чем вернуться в камеру консервации по завершении испытаний, пожалуйста, потратьте немного времени, чтобы записать результаты эксперимента. Это ничего страшного. Сотрудник лаборатории разбудит вас для интервью, когда общество возродится. Вот, ну ладно, допустим. Так, окей. Если в настоящее время Земля находится под властью царя зверей, разумного облака или иного руководящего органа, который отказывается или не способен прислушаться голосу рассудка... Что происходит? Прикол. Ну ладно, пошли. Так. Эй, у тебя получилось! На той подставке должно быть портальное устройство. О, отлично. Но я его не вижу. Может, оно упало? Не хочешь сходить? Твою мать! Ёп! Эй! Майнкрафт? Ты видишь портальную пушку? Так, сейчас посмотрю, я пока не вижу нихера. Да, это важно, надо было сразу спросить. Я, ты знаешь, что я собираюсь делать? Я буду действовать из предположения, что ты жива, и буду ждать тебя впереди. Подожду один час, а потом вернусь, и если найду твое мертвое тело, похороню тебя. Правильно? Отлично. Мы прекрасно. Команда. Увидимся через час. Да иди ты нахер с такой командой. Если ты не мертва. Да умри сам. Так куда идти? Я не понимаю, это бывшая локация, но типа я вот это уже не помню. Пете в хрен пойми где, да. А, ну это в Ноутс, типа, и локации пошли. А, глянь, кстати, через стены стало видно. Прикольно. Для ряда испытаний необходим длительный контакт со смертоносными боевыми андроидами. Заверяем вас, что андроиды были обучены чтению и получили один экземпляр законов робототехники для передачи друг другу. Только не андроиды. Хорошо. Если вы чувствуете, что смертоносный боевой андроид не уважает ваши права, оговоренные в законах робототехники, пожалуйста, отметьте это в специальном формуляре. В будущем сотрудник лаборатории, ответственный за компенсацию, обязательно рассмотрит вашу жалобу. Ладно, пофиг. Грёбаные андроиды. Ну, кстати, они прикольные. Ладно, ладно. Иногда они веселые, да. Ладно, андроиды так андроиды. Так давай. Следующее испытание очень опасно. Чтобы помочь вам сохранить хладнокровие перед лицом неизбежной смерти, на счет три вы услышите успокаивающую джазовую музыку. Один, два. Ура! Да! Спасибо! Ёлка, дэм! Успокаивающая музыка. Чё, похоронную включил? Да, thank you. А, она еще не работает. Да! Спасибо! Просто! А чё, мне прям сейчас начнут стрелять? Так, не стреляйте в меня. А это кто? Он бы в меня стрелял, что ли? Новые стрелялки, пулялки? Так. Ну, пока меня никто не убивает, вроде бы. Я нихера не понимаю. Так, ладно, пошли сюда, наверное. Стоп.
Ага, так. Вроде никого нету. Ага. О, слабо поднять. Ой, слабо. Прикольно. Ну, что-то меня вроде не хотят убивать. А чё нет? Нету андроидов. Это вот это андроиды? Кто это? Я не знаю, кто это. Что это за чудище? Так. А чё это делает? Ну что-то делает так. Угу. Старые добрые загадочки. А, я понял. Хорошо, понятно. Так, нужно подключать все-таки уже мозг. Пошли сюда. Пришли сюда, так. Теперь, пожалуй, как можно. Вот так вот. Ну вот, да, не трудно, нормально. О, ну да, тут немного поизменяли, прикольно, мне нравится. Потрясающе, так как данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха с нашей стороны носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты. Да умри, тварь! Ты охерел вообще? Мне это напомнило кое-что. Так. Типа сюрприз? Прикольно. Так, пошли. Окей, окей, я все понял. И чё? Да нет, нужно думать, черт. Ну, допустим. Это нужно разбивать там или что-то наподобие? Ну, вроде не нужно. Ладно. Куда я могу выстрелить? Ну, навряд ли, конечно. Да. А... Ну это гений просто, окей. Это как работает? Я когда даже вот портал начинал проходить, ну первую часть, понятное дело. Я вот, ну, на начальных таких вот, где легко, ну мог, да, немного тупить. Потом где-то ближе к середине, ну уже нормально как бы разошелся. И вот мог уже под конец снова начинать тупить, да. Сейчас надо размяться. Так что. Если центр развития подвергается бомбардировке огненными шарами, метеоритами и другими объектами из космоса, нормально избегайте всегда выходить на незащищенные территории, если отсутствие укрытия не является частью испытания. Типа туда. Ладно. Угу. Так. Видите, кнопка, она... Ё-мать, мостик прикольный. Так. Опять думать, значит, да, хотите? Ну, я не думаю, что хорошая идея туда падать. Ну, есть такое предположение, то, что это может закончиться плохо. Так. Нужно где-то взять кубик. Просто только где? Ага. Так.
О! Прикол. Я хотел, ну, туда телепортироваться, забрать его, в итоге даже так же. Можно было. Пойдем туда. Что у нас имеется здесь? Так, здесь у нас есть тоже кнопка. Она открывает проход. Круто. Можно как-нибудь, ну, заберу, ладно, пофиг. Так, есть у нас, получается, две кнопки. Одна кнопка, что делаю? О! А, роняет кубик, типа? Понятно. А другая кнопка? А для чего это? Так, и что? Ну хорошо. Прикольно. Так, давай. Прикольно. Неплохо. Мне нравится. Пошли. Так. Мне не хочется думать о таких вещах, типа, блин, долго думал, тупил. Центр развития напоминает, что хотя ситуация может казаться безрадостной, вы не одиноки. Личностные конструкции лаборатории продолжат работать и в постапокалиптических условиях. Ну вот как сейчас, да? Ой, чуть было. Это было, не? А где этот мой бро? God damn, bro, что это? Следующий тест демонстрирует инерцию при проходе через портал. Если законы физики в вашем будущем больше не действуют, да поможет вам Бог. О, прикол. Окей, хорошо. Что-то мы... Ладно, пошли, короче. Так, у меня есть уже предположение, что нужно сделать. Ау! Ау! А там? Ага. Понял. Не, я нихера не понял. Опа! Пошел процесс. Так, а дальше что? Вот это я не понял, да. Туда идти или куда идти? Так, мне нужен куб. Где есть какой-нибудь куб? Там есть куб? Блин, ну это крутой. А, вот куб. Так, его нельзя взять, я так понимаю. А почему? Что можно сделать? Ага, я, по-моему, понял. Есть предположение. Так, ну, короче, опять. Да. А, даже так. И типа так, что ли? Ага. Ну, сквозь я выстрелил. Нет, куда упал? Так, как я его туда? Да, отлично. Держи. Если вы не являетесь сотрудником лаборатории и случайно обнаружили этот комплекс в развалинах цивилизации, запомните, испытание — это будущее, и оно начинается с вас. Ну ладно. Так, что дальше делать? Возможно, сюда. Я без понятия. Е-мать. Да улетел. Так. Ну, допустим, куда его? Куда этот куб поставить? Чего делать? Куда тебя? Кубик.
давай ты тут побудешь, пока ладно. А чё, я же вроде не могу. Ну разбейся. А, ладно. На. Так. Это что у нас такое тут образовалось? Ага. А, ну пофиг, в смысле, я, наверное, смогу залететь. Надо только вот так вот сделать, и нормально, по идее, смогу. Ну, мне так кажется, сейчас проверим. Да, отлично, нормально. Творец будущего. Однако, если вы старые, недоразвиты или страдаете от увечий или радиации в такой степени, что будущее не должно начинаться с вас, вернитесь в свое примитивное племя и пришлите кого-нибудь более подходящего для тестов. Ура! Да! Вернитесь в свое племя. Ну, я понял, конечно. В принципе, ладно. Вернуть. А где этот человек? Ради снабжения энергии основных тестовых протоколов все средства безопасности были отключены. Центр развития уважает ваше право выражать озабоченность в связи с проводимой политикой. Лады. Эй! Эй, эй! Я тут! Привет! О, супер! Ты нашла портальную пушку! Это прекрасная иллюстрация, что люди с повреждениями мозга в конечном итоге настоящий герой, правда? Какая храбрость! Проходи насквозь. Окей, слушай, дай я тебе кое-что скажу. Это очень важно. Мне говорили, никогда, никогда, никогда не отсоединяться от направляющих рельс. Или я умру. Но у нас нет вариантов. Так что, пожалуйста, приготовься меня поймать на тот случай, если я не умру, когда отсоединюсь. На счет три. Готово? Конечно. Раз. Два. Три. Высоко, слишком высоко, правда ведь? Это... Да я бы тебя поймал. Если на счет три, то ты слишком долго сомневаешься. Давай на раз. Готово? Раз. Лови, лови! Ау! Твою мать. Ой, я... А я не мог поймать? Умер. Я не умер! Подключи меня к той штуке на стене, хорошо? Я тебе кое-что покажу. Ты будешь потрясена. Я не мог тебя поймать. Я это заскриптовано, мне кажется. Ну я пытался. Давай, просто сунь меня туда. Куда? Типа объяснили? Да, в эту штуковину в стене. Прямо внутрь. Сюда? А... Я не видел. Да, я не могу, когда ты смотришь. Не, серьезно, я не шучу. Ну, отвернись на секундочку. Хорошо, теперь можешь повернуться. Бам! Тайная панель! Это я открыл, пока ты стоял, отвернувшись. Подними меня и пошли отсюда. И вперед. Посмотри! Теперь нам не надо следовать по рельсу. У, как это здорово! Мы можем идти куда захотим. Стоп, а серьезно, куда нам идти? Подожди, да, я сориентируюсь. А, ну, надо идти вдоль. Я убрать не могу. Ну, пойди. Я даже не знаю, кто ты. Ладно. О, нет. Да, здравствуйте, мы просто проходим. Старайся не встречаться взглядом. Нет, спасибо, у нас все прекрасно. Проходим, проходим. Ну, я присел на всякий случай. Окей, допустим. Далее что у нас будет? Наверное, сейчас самое время ввести тебя в курс дела. Чтобы выбраться, нужно пройти через ее камеру. А скорее всего, она нас убьет, если она не спит. Если ты хочешь все прекратить, мы можем остаться здесь. Навсегда. Это вариант. Вариант А. Сидеть здесь и ничего не делать. Вариант Б. Войти внутрь. И если она жива, скорее всего, она нас убьет. Итак, если у тебя есть какие-нибудь замечания насчет этого плана, сейчас самое время их озвучить. Прямо сейчас. Да все нормально, нормально, нормально. Если ты решила, что время вышло и уже поздно высказывать замечания, нет, возможность еще есть. Да похер, нормально. Нормально. Мне абсолютно посрать.
Прекрасный план, ты чего? Бомбезный. Незаметность. Хорошо, открываю карты. Я не хочу этого делать. Я не хочу туда заходить. Не надо, не входи туда. Она выключена. Отставить панику, она выключена. Е-мать. О, это она. Знала бы ты, какая она была противная. Честно, знаю. Прямо маньяк. И ты знаешь, кто ее прикончил? Кто с ней расправился в итоге? Ты не поверишь. Человек. Я знаю, я бы тоже не поверил. Похоже, этот человек сбежал, и никто его больше не видел. Потом, это разве не я? Вообще ничего не происходило. А теперь вот мы с тобой убегаем. В общих чертах это и есть вся история. Теперь тут в курсе. Ничего не трогай. Да я ее разгромил. А куда идти? Тебя туда бросить? Пойдем, все. Теперь вниз по лестнице. Прыгай, хотя... Удержала! Ты меня удержала чудесно! Ты держала крепко. Мы в порядке. Это здорово. Я пару раз тебя бросить хотел, ну ладно. А, извини, я посмотрел вниз. Не советую этого делать. А, я опять посмотрел. Ты конченый. Это главная пультовая. Лучше посмотреть поближе. Давай, идем. Ищи переключатель для спасательной капсулы, хорошо? Больше ничего не трогай. Так, ничего не трогаем, ни на что не смотрим. Нет, смотреть тебе надо, чтобы найти спасательную капсулу, но как только ты на что-то посмотрела, и там не написано. Е-мать! Больше на это не смотрим. Но ничего не трогай. И ни на что не смотри, и вернее смотри, но не... Ну, ты поняла. Нихера, куда? Ты ее где-нибудь видишь? Нет. Я не вижу. А, слушай, подключи меня, и я зажгу свет. Да будет свет! Ура! А, это бог. Я цитировал бога. Ой, поворачивается! Какой ужас! Но все будет в порядке, по крайней мере, пока не начнет подниматься. Так, спасательная капсула. Капсула. О, поднимается. Окей. Так, не волнуйся. Я тут, я тут. Это его остановит. Нет, так еще быстрее. О-о. Началось включение питания. Вымать! Не паникуй, хорошо? Прекрати паниковать. Мы умрем! Здесь пароль. Я его взломаю, не проблема. Мы умрем! Твою мать! Нет! Нет, стоп, я уже пробовал Б. У тебя есть ручка? Включение питания завершено. Так, слушай, новый план. Веди себя естественно, мы ничего плохого не сделали. Привет! А, это ты? Ты ее знаешь? Давно не виделись. Как дела? Нормально. Я была так занята, пока была мертва. Ну, после того, как ты убила меня. Что ты сделала? Оу, фак. О, нет, еще раз нет. Ладно, слушай. Мы обе наговорили много такого, о чем ты еще пожалеешь. Но сейчас мы должны забыть про наши разногласия. Ради науки. Ты чудовище. Беги за место. Раз ты так много сделала, чтобы разбудить меня, должно быть, ты очень-очень любишь испытания. Не надо меня туда бросать. Я тоже их люблю. Но сначала нужно уладить одну мелочь. Не надо меня утилизировать. Твою мать. Я думаю, я ее убью. Да в смысле, я ее взорвал, не? Она бессмертная. О, фак. Мансим, уклоняемся. Ватердроп. Воу, ватердроп. Я бессмертный. Доменная печь, осторожнее. Не споткнись о мои запчасти, которые ты сюда сбрасывала, и которые не до конца сгорели. Где-то тут должно быть двойное портальное устройство. Когда ты найдешь его, мы начнем тесты, как в старые добрые времена. Пипец, чего я недавно. Извините. Пипец.
чел. Погоди. Отлично, ты обнаружила двойное портальное устройство. Выход в испытательную зону должен быть впереди. Оу, фак, бро, гаддэм. Протокол требует, чтобы после начала испытания мое взаимодействие с тобой было сведено к минимуму. К счастью, испытание пока не началось. Это наш последний шанс поговорить. Давай я подвину это. Ты знаешь, какой самый большой урок, который я извлекла из твоих действий? Я обнаружила, что у меня есть скрытая функция быстрого сохранения. В случае критической ошибки, последние 2 минуты моей жизни сохраняются для анализа. Я могла, вернее, была вынуждена снова и снова переживать то, как ты убивала меня. Вау! Ты знаешь, сделай ты такое кому-нибудь другому, они потратили бы всю жизнь, чтобы отомстить тебе. К счастью, я выше этого. Я буду рада забыть обо всем этом и вернуться к работе. В конечном итоге, у нас масса работы и лишь 60 лет, чтобы ее сделать. Примерно. У меня нет точных метрик. Капот. Я туда вообще иду? Где? Я иду вообще рандомно. Ну да, я думаю, я туда иду. О, 19-й! Я сейчас заберу это с пути, тут просто свалка. Самое важное, ты снова здесь, со мной. И теперь я знаю все твои приемчики, поэтому ничто не помешает нам проводить тесты до конца твоих дней. Да иди ты нахер, я хочу не делать. Кто знает, придумаю себе хобби. Может, воскрешение мертвецов? Офигеть. А тот синий чел сдох, я думал, он еще как-нибудь вернется, он что-нибудь, но он не может просто взять и сдох. Хотя, не, я думал, живот он нас как-нибудь спасет, по-любому. Хотя я не знаю, как он мог выжить и как он еще что-то может сделать, но он похер. Покатится куда-нибудь как-нибудь. Извини за беспорядок. После того, как ты убила меня, я немного запустила этот комплекс. Кстати, спасибо за это. Проверка сарказма завершена. Отлично. Все снова работает. Пока ты будешь проходить первое простое испытание, начну все восстанавливать. Попытаемся узнать, как испытуемые ведут себя, если запереть их в помещении со смертоносными лазерами. Ура! Че, прям сейчас, что ли? Можно без смертоносных лазеров? Да гадам. Что мне сделать надо? Я имею в виду, как мне туда попасть. Вот я как бы делаю так, да, это поднимается. Окей. Наверное, так надо сделать. Ну да. Не дурно. Я и забыла, как ты хорошо с этим справляешься. Все же нужно поторопиться. Нужно провести еще много тестов. Ага. Fuck you. Ну ладно. Следующее испытание связано с кубами преломления подавленности.
Я сконструировала их буквально накануне твоего эпизода. Теперь мы сможем посмотреть, как они работают. Один должен быть в углу. Он живой! Он это, его, наверное, короче, моя теория, его типа вот так вот смяли, а он стал полуживым, в итоге попал на рельсы, вот эти вот его любимые, и рельсы, ну, на рельсах он уехал. Он живой, понятно, нормально все. Ну и нормально, ну и хорошо все. Телам, надеюсь, он нам как-то поможет. Так, что делать? Ага. Блин. Чего происходит? Что это? Ничего не понятно. А что это? Ема. Прикольно. Твою мать, я чуть не умер. И кубик нужен какой-то. А, прикольно. Где мне какой-то кубик взять? А, ну есть, конечно, предположение. А, ну да. Вот результаты теста. Ты ужасный человек. Я серьезно, тут так и сказано. Ужасный человек. Хотя мы на это даже не тестировали. А ты ужасный робот. Не расстраивайся из-за этой оценки, ужасный человек. Это лишь оценка на основе данных. Если тебе интересно, теперь есть научное объяснение, почему твоя мать бросила тебя при рождении. Ты тупой. Тварина. Он конченый, что ли? Ну она... Понятно, все понятно. Надо второй раз убить. Я вижу тебя. Прикольно. Что это за лазеры тупые? Что с ними делать так? Так, вот есть кубик.
А что это сделало? Ага, я понял. Поздравляю. Не по поводу теста. Большинство выходит из консервации очень худыми. Хочу тебя поздравить. Тебе каким-то чудом удалось набрать несколько килограммов. Каким-то чудом. Чудо ты мое чудесное. Да ничего не скажешь? Один момент. О! Твою мать! Ты проходишь эти тестовые камеры быстрее, чем я успеваю их строить. Ты можешь притормозить и заняться чем-нибудь другим, чем-нибудь, что не разрушит этот комплекс. Нет. Это сверчки или звуки того, как комната газом наполняется? Спасибо. А куда? Куда стрелять? Ладно, давай я пока так сделаю. О! О, это типа сюрприз? Я это случайно сделал. А как теперь мне туда пройти? Стоп. А, я, по-моему, понял. Поймать! Твоей чести ты меня слушаешь, но, к твоему сведению, нет нужды делать все так медленно. Чё? И продолжим испытание. Да надоело ко мне придираться, иди нахер. О, это что, пиксельная графика? Спасибо! В следующем испытании используется воздушная панель Веры. Она была разработана в ходе исследования, как испытуемые справляются с трудностями, если их катапультировать в космос. Результат оказался очень информативным. Никак. Удачи! Твою мать! Твою мать! Что это?
Ема. Это легко. Интересный факт. Ты дышишь не настоящим воздухом. Закачивать его так глубоко под землю слишком дорого. Мы просто удаляем двуокись углерода из воздуха, освежаем его немного и закачиваем обратно. То есть до конца своих дней ты будешь дышать одним и тем же воздухом. Мне показалось это интересно. Вау, thank you. Посмотрим, какой следующий тест. О, улучшенные воздушные панели Веры. Отлично, получаю удовольствие, паря в воздухе и не думая о мире. А я пока схожу, принесу сюда пару тонн битого стекла. Ну ладно. Ой. А куда? Я должен был полететь. Я пока еще расчищаю эти тестовые камеры, поэтому временами в них все еще попадается мусор, стоит и смердит без всякой пользы. Постараюсь не столкнуться с летящим мусором. Ты конченая? Что это за дерьмо? Там этот дрон летает. Е-мать. Подожди. Ага. Это спавнит куб. Так, секунду. Твою мать! Да твою мать! Ты куда, пупсик сладкий? Ловлю, ловлю, ловлю. Давай, 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 давай. А! А! Ловлю, ловлю, ловлю. Тихо, тихо. Так, дайте поймать. Так, смотри, сейчас. Давай. Ловлю. Да! Изи. Так, а дальше что? Ага. Я не знаю, что дальше. Туда попасть. О, музыка, ура. Ага. Наверное, как-то так.
Откуда я должен спрыгнуть? Как мне туда попасть? Не, у меня есть варианты, но они не то, скорее всего. Пошли в начало. Так, ага. И что мне это даст? Я не знаю, что это даст. Ау! Что я должен сделать? Блин, мне куб заново ловить. Он даже не долетел, чего? Не, может, он все-таки долетел? Так он как-нибудь полетит. Я не знаю. А, фиг там. Он не долетел опять? Ага, ладно, я понял. Хотя на деле я ничего не понял. Как туда переправить куб? Вот будет у меня куб, и куда его девать? А, я это не видел. Я только сейчас заметил, серьезно, блин. Твою мать!
Я не хотел сюда падать. Я только сейчас заметил. Помнишь, что... я говорила тебе про мусор, который стоит и смердит без всякой пользы. Я невнимательно. Это была метафора. Я имела в виду тебя. А я прошу знал. Прощения. Ты не отреагировала сразу, и я забеспокоилась, что ты пропустила это мимо ушей. Тогда извинение выглядело бы чем-то ненормальным, поэтому я только что снова назвала тебя мусором. Прекрасно, ура! Знаешь, что люди, обремененные угрызениями совести, чаще пугаются громких звуков? Понятно. Извини, не знаю, откуда этот звук. В любом случае, это интересный научный факт. У меня нет, типа, совести. Ну, класс, спасибо. О, my friend, которого я утилизировал. Yeah! Друзья навеки! Друзья? Неужели я растворила его прежде, чем ты прошла тест? Это случайно, извини. My friend! Ты спарил... Я и этот растворила. Ну и ладно. У нас на складе масса всяких вещей. Они ничего не стоят. Я даже рада от них избавиться. Пора спрятать моего друга. Емать, что сделал? Мой друг, идем со мной. Друзья навеки, так. Блин, я запрыгнуть не могу, это нормально? Твою мать! Бэ, фак. А, я, по-моему, понял, да. В каждой тестовой камере есть поле антиэкспроприации на выходе, чтобы испытуемые не могли вынести опытные образцы из зоны испытания. У тебя в трусах! Данное поле сломано. С собой ничего не бери. Бро! Бро, пойдем со мной. Твою мать! Фак! Ну ладно, не пойдем со мной. Блин, ну вроде не получится его взять, я не знаю как. Извини, гадем.
Ну, блин. Как? Как тебя взять? Я хочу. Чёрт. Ну, блин, я не могу тебя взять никак, реально, извини. Прости. Ну, я реально не знаю, как его взять. Фак. Ну, прости, я не знаю, как тебя взять, я пытался. Следующее испытание включает в себя поле антиэкспроприации. Помнишь его? Я рассказывала тебе о нем в прошлой тестовой камере, где его не было. Что происходит? О нет. Снова турбины. Мне надо идти, хотя этот тест требует некоторого объяснения. Давай я по-быстрому введу тебя в курс дела. Вот. Если у тебя будут вопросы, прокрути в голове на замедленной скорости то, что я сказала. Вау! Хэнк, бро! А, да, точно. Чё? Пролазяй. Пролезь. Блин. Пипец. О! А только здесь куда стрелять, я не понимаю. Ау. Ай, твою мать. Чё, как это сделать? Я не знаю, как здесь сделать так.
Я не знаю, что с этим делать, реально. Да твою мать. Ау! Что за херня? Я не знаю, что с ним делать, блин. Блин, это трудно. Что мне с этим делать? Куда мне выстрелить так, чтобы было прям идеально?
У меня есть, кстати, предположение, да, я, возможно, очень много, долго времени тупил. Мне кажется, просто нужно сделать так. Да, кстати. Правда, не знаю, зачем, но есть предположение. Да, я немного долго времени тупил, согласен. Я просто не знал то, что оно светит через вот эту вот херню. Я так подумал, что я вдруг светит. Я почему-то реально все время думал, что не светит. Надо было проверить. И вот я так подумал, ладно, проверю. А, реально. Блин. Все. Возвращение этого маленького кубика синего, да? Да, по-любому его возвращение. Это я в порядке! Ну, я вернулась. Воздушная панель Веры сигнализирует о неисправности. Ты ее сломала, да? Вот. Охренеть. Попробуй сейчас. Охренеть, это было прикольно. Что случилось? Я там лежал, ты подумал, что мне конец, я был жив, и потом... Эта панель не рассчитана на испытуемых твоего веса. Я добавлю несколько нулей к ее максимальному грузу. Кстати, отлично выглядишь, очень здоровый. Попробуй сейчас. Охренеть. Представляешь, я сам не поверил, и потом птиц. Похоже, ты превосходишь ее весовые ограничения. Хорошо, я просто опущу потолок. Понятно. Его закрыли. Ау. Больно. Ага, я понял. Только куда? Ладно. Ура, наконец-то. Погнали. Куда этот лазер нужно? А, сюда. Thank you.
Так, а далее туда нужно обратно, да, подняться? А как? Как туда подняться? Без понятия, как туда подняться, в смысле? Уже забыл, как туда проникнуть вообще. Только посмотрите, как величаво она парит в воздухе, как орел на воздушном шаре. А кто? Я это про меня. Ну да, да, конечно. И наконец-то пошли уже отсюда. Залезь. Спасибо. Постарайся получить удовольствие от следующего испытания. Я иду на поверхность. Там такой прекрасный день. Вчера я видела оленя. Если ты пройдешь следующее испытание, возможно, я позволю тебе подняться в комнату отдыха и снова расскажу, как видела оленя. Вот это награда. Синяя, ты где? Синий! Что тут происходит? Ладно, давайте на этом остановимся, потому что вот просто хотел начать прохождение Portal 2, да. Ну и потом это продолжу, конечно же. Так, сохранить игру. Прикольно, прикольно. Поиграл, мне понравилось. Попозже продолжу.